9 июня в мире отметят Международный день друзей. В этом году, правда, по понятным причинам, собираться большой компанией в честь праздника не стоит. А как же вообще люди общаются во время пандемии со своими друзьями? С таким вопросом наш корреспондент вышел на улицы Айхала. А с друзьями на работе видимся? Угу. Вот и все. Раньше встречались в парках, в кафе, а сейчас приходится сидеть на самоизоляции по домам. Я сейчас иду на 23-е поле, чтобы поиграть с друзьями в мячик. Конечно, общаемся. Как без этого жить? По интернету, по телефону. Конечно, личный контакт – это всегда приятнее. Но, понимая ситуацию сегодня, я думаю, все должны как-то с этим научиться жить.